Проехать по мотоциклу, да, Вадик? Проехать, толкнуть кого-нибудь. По ногам проехать, аккуратно. Ты меня обсыпал. Прости, пожалуйста. Я специально. Я имею в виду, что можно... Это же эндуро, Вадик, ёб твою. Прям ралли на мотоциклах, честно сказать. Немножко сделаем по-другому. Две Насти, Иван и Александр, вы можете держать за мотоцикл, слазить, подбивать. Сейчас бегать просто мотоциклом. Ну бегай, какая проблема, снижаешь и подбиваешь. Вадик, у нас еще гонки впереди, я тебя жалеть не буду, извини. Победа вот любой ценой, мне все нравится. Сними его после тренировок, как он будет жаловаться на меня, что его подрезал, блядь, головой об руль дал. Никогда все. Не жаловался. Давай! Я понимаю, что вы азарты. Пассаж. Ну просто получается, ты рядом возле нее, потом газу дал, сползло колесо, оказывается, ты уже под мотоциклом у Насти. Как хочешь, все мы знаем. Я тебя по спине бью, а ты продолжаешь по мне газовать. Я не слышал. Надо было по голове. Так это агрессия до агрессии продолжается дальше. В конце будем драться после тренировки. Я в церковь схожу, поставлю свечку. Прощения попрошу. У всех сразу. Бьют, чтобы они злились. Yeah.
Держа другой мотоцикл, чтобы он никуда не поехал, как Вазик. Вот так надо владеть мотоциклом. Молодец, Вазик. Победа, только победа. Я заснял! Вон там заебись камня. Вот тут вдоль камня. Давай, давай, время и код. Вот сюда. Вверху катапультирует, и должен. Есть свою песочницу. Вот, давай смотри. Твоя задача вот здесь сделать заезд. Вот, вот так. Вот так? Да. Представьте, у вас таких одна, а мы не знаем, что так можно делать. Десятки. Так знаете, вы приехали, все, не лупите. Если нету реально 100% количества, вы можете заехать, все, вы должны себе дорогу натоптать. То есть с передним колесом помогло, наскреб себе песка и все. Тема. Надо уже, чтобы каждое видео сделал как на балансе, какие у кого. А, я думал, месяц прошел, опять платить, я только хотел сказать, заплатил. С тарелками? Буду. Давай, давай. У нас место. Надо было больше назад. Вы должны здесь на заднем заезжать туда вообще. Блять. Подожди. Я снял. Тачка побыстрее ехать. Хлопцы, вы шо ради? Блядь, я не понял.
Как ты его, блядь, это хуёвая колея, видимо, накатана, да? Как ты его в сторону понесло? Вообще просто. Оп, что-то сломалось. Да не, у нас прям какая-то такая, прям харта. От Вадима понабрался, да? Заразный этот Вадим. Красиво. Давай, обратным хватом. Смотри, я ебался там знатно. Да. Но путь у меня рабочий. То есть вы занимаетесь все, но не приезжайте путь. А у меня тоже. Не, серьезно, я как-то... Yeah.